мы на месте готовы работать. Подходит заявительница. Светлана Алтынова, 33 года, бухгалтер в типографии. Замужем, воспитывает сына, подозревает супруга в неверности. Здравствуйте. 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 Я Денис. Я Дима. Я Светлана. Очень приятно, Светлана. Расскажите, что вас беспокоит? Ну, у меня появились вопросы по поводу моего мужа. Угу. Кирилл особенно никогда не стремился к знаниям. Я его с книгой вообще ни разу в жизни не видела. Сын наш Ромка в 6-м классе учится. Угу. И чтобы вы понимали, он ни разу с ним не делал уроки. А тут вдруг записался в библиотеку, сказал, что хочет заниматься самообразованием. Сами понимаете, 21 век на дворе. Какая библиотека, когда в интернете можно прочитать все, что угодно. Да. Я сходила в эту библиотеку с сыном. Так. И увидела молодую красивую библиотекаршу. Зовут Евгений. И мне кажется, что мой муж книги читает ради нее. Почему вы так думаете? Как-то вечером я услышала, что он болтает с какой-то Женей по телефону. Вы прямо имя услышали, да, что он кого-то называл, да, Женей? Женей, да. Что-то еще, может быть, было странно? Да, было. Я нашла чек за цветы в его машине, и цветов он мне вообще не дарил, я не знаю, сколько лет, 100, наверное. Ясно. Ну, находка говорящая по поводу чека за цветы. Ну да. А вы как думаете, где они могут встречаться со своей, если она есть, любовницей? Я думаю, что на его квартире. Ему досталась квартира по наследству от отца. Она находится в нашем же районе. Угу. Он сдавал ее долго, но 3 месяца назад жильцы съехали. Да, он мне сказал недавно, что вроде как какая-то семейная пара собирается заехать, но что-то она никак не заехала. Ну что, я думаю, тут все ясно. Стоит пустая квартира, ставим там камеры, ездит на машине, завешиваем его автомобиль. Просто сделайте все, что нужно. Я уже хочу выяснить, что там и как там. Хорошо. Сделаем. Хорошо, спасибо. Давай. До свидания. До свидания. Всем внимание, не расходимся. На следующий день поздно вечером заявительнице удалось передать оперативникам ключи от автомобиля супруга для того, чтобы мы могли установить в машине камеры и прослушку. Наружная группа, мы контролируем периметр. Тихо, ну как там, закончил? Да, Дим, установил камеру, проверь сигнал. Сигнал принимаю, не забудь ключи вернуть. Да, принято. Все, ухожу, ключ верну, на связи. Принимайте картинку из автомобиля. Ключи не забудьте отдать. Утром второго дня работа над расследованием продолжилась. Ночная смена оперативников отправилась отдыхать, а их сменщики ждут, когда подозреваемый покинет дом и поедет на работу. Внимание, это наш объект. Увидели. Кирилл Алтынов, 34 года. Экспедитор в магазине канцелярских принадлежностей. Женат, воспитывает сына. Близко стоите. Летучая группа, внимательно. Спасибо. Летучка, отправляйте за ним. Снега много, поэтому можете держаться поближе, чтобы не упустить. Это все сделаем в лучшем видении. Начали движение. Наружная группа, вижу их. Спасибо, летучка работает. В то же самое время, когда Кирилл выезжает из дома в офис, оперативники направляются к его отцовской квартире. Свободная жилплощадь, где не бывают ни жена, ни ребенок, вызывает вполне обоснованные подозрения. Свет в ворота. Давай, позвони. Вижу камеру Олега, сигнал проходит. Ну что? А вы уверены, что надо входить? Над этим мы работаем как раз. Ну, вообще никто не ходит. Свет не загорелся, если там нет второй... Да открывай, открывай там. Давайте заходим, проверяем, насколько жилая квартира, проверяем зубные щетки, белье постельное, домашнюю одежду, мусор тоже посмотрите. И не ты сейчас все покажем, Дим. Да, есть. Вон, покажи, Дима. Все имеется. Дим, щетки есть зубные, вернее, одна щетка. Одна щетка, конечно, не густо. Его жильцы съехали 3 месяца назад. Но не похоже, что за квартирой вот кто-то следит. Средства контрацепции, как... Не, ну так в целом-то квартира, конечно. Не очень приятная, так ее назовем. И ухоженная, но жилая.
Ладно, я начну. Как раз таки обычно. Парни, давайте работайте, потому что мало ли кто появится там. Давай. Времени немного. Сделаю комнату. Если Кирилл и нашел новых жильцов в свою квартиру, они явно еще сюда не переехали. Мы установим здесь свое оборудование для слежения и проверим, как часто и с какими целями сюда наведывается наш подозреваемый. Дим, внимание, даю тебе картинку из автомобиля, там звонок у нашего подозреваемого. Спасибо. Привет, Жень. Возможно, это библиотека, Саша. Как дела? Бук проходит, спасибо. О, про любовь. Это отлично, отлично. Фиксируем. Так, когда мы увидимся? Пытаются назначить встречу, внимание всем. Ну все, библиотека, давай. Понятно, когда. Точно библиотекарша. Только что мы получили некое подтверждение достоверности того небольшого расследования, которое заявительница провела еще до обращения к нам. Наш подозреваемый действительно общается с работницей библиотеки Евгенией. У нас только один вопрос. Насколько это общение близкое? Продолжаем следовать за объектом. Тем временем в квартире Кирилла оперативники закончили устанавливать камеры слежения и готовы отчитаться о проделанной работе. Дим, прием. Установили камеру. Ну все, гасите свет и уходите. Да, принято. Свет, конечно, мы погасим. Какие вопросы? Все, покидаем объект, релейку принимайте. Спасибо, готовы работать. Наш подозреваемый весь день провел в разъездах. Следом за ним оперативники объездили весь северо-западный округ, однако ничего подозрительного зафиксировано не было. Уже поздно вечером Кирилл выдвинулся в сторону дома, заглянув по пути в магазин. Возвращается в автомобиль. Да, даем сигнал. Летучая группа, работаем, о перемещениях докладываем. Да, Дим, хорошо, надеюсь, он домой поедет, потому что уже охота отдохнуть. Мечтай. Для всех этот день оказался непростым, и хотелось бы, чтобы он поскорее уже закончился. Однако мы не знаем, о чем подозреваемый утром договорился с библиотекаршей Евгенией. Возможно, для них еще не так уж и поздно. Продолжаем движение. Он выходит из машины. Не вас заметил? Неужели это особое вечернее собрание членов книжного клуба? Ну что ж, мы готовы принять в нем участие. Пусть и негласно. Наша команда ведет наблюдение за Кириллом Алтыновым по просьбе его супруги Светланы. Только что наш подозреваемый встретился с неизвестной нам женщиной, предположительно библиотекаршей Евгенией, и сейчас вместе с ней куда-то отправится. Камеру с картинки получаем. Звук нужен. Как хорошо, что я тебя встретил, Олесь. Звук есть. Да не говори. Погода такая мерзкая. Олеся, девушку зовут. Как дела? Да, блин, пипец. Сейчас школу вызывали. Прикинь, мой придурок в сортир школьный петард выкинул. Тебе смешно, да? Меня знаешь, как отчитывали? Встреча не запланированная. Эту петарду кинула. Пассажирку Кирилла зовут Олеся. Эта встреча с нашим подозреваемым совершенно случайна, однако женщина хорошо с ним знакома и может с юмором пожаловаться на своего сына Аболтуса. Моему, конечно, отца не хватает, так чтобы ему по первое число кто-нибудь всыпал. Едут по направлению к дому, где у него квартира. Ну, тоже, конечно, но петарды в сортир не бросают. Докладывайте по маршруту. Отец хороший есть. Принято. Кто это, интересно? Хвалит она его. Можно только посочувствовать Олесе. Ей должно быть непросто одной управляться с сыном. Однако, когда она стала нахваливать родительские способности нашего подозреваемого, нам показалось, что в ее голосе звучало слишком много кокетства. Вот мы подъезжаем. Да, может, ты ко мне зайдешь на чай? Да не, у тебя там Славик-террорист еще взорвет мне там что-нибудь. Давай как-нибудь. Она к нему однозначно подкатывает. Оказалось, что Олеся и Кирилл в некотором роде соседи.
Женщина живет в том же доме, где находится отцовская квартира Кирилла, только в соседнем подъезде. На наше счастье, подозреваемый не заинтересовался приглашением в гости, а поехал домой к семье. Продолжаем вести объект. Наступил третий день наблюдения. И к нашему удивлению, с утра пораньше, вместо того, чтобы ехать на работу, Кирилл оказался у подъезда, где живет Олеся. Всем внимание, какой-то мужик, к его машине подходит, дай звук. Здорово. О, здорово. Здорово, Жень. Женя зовут парня. Здорово. Что ты принес? Да, то, что мы с тобой говорили. Ремарк, три товарища. Дружбу ты все хотел. Ну и то, что у тебя было. Женя библиотекарь, это мужик, что ли, получается? Вот так новости. Неужели в жизни Кирилла нет никакой библиотекарши Евгении, а есть друг, Женя, который и снабжает его книгами? Выходит, мы все это время в каком-то смысле шли по ложному следу. Так, значит, я тебе возвращаю то, что я у тебя взял, держи. Че скажешь, как вообще? Ну, подожди, а где? Что он ему передал? Постарайся остановить. Александр. Книжки он принес, которые брал. Белая с корабликом, ты же рассматривал сам. Я, похоже, ее забыл. Забавно, что Женя подсовывает своему приятелю книги, которые обычно читают в юношеском возрасте. Ремарк, Грин, любовь, романтика. Видимо, находясь под впечатлением прочитанного, Кирилл и забыл вернуть одну из книг. Жень, спасибо. Все, мужика не ведем этого, который из автомобиля вышел. Пока. Не забудь. Пока. Забудешь, в следующий раз пойдешь в библиотеку. Все, понял. Друзья попрощались, и наш подозреваемый поехал на работу. Летучая группа начала движение. Держите в курсе. Кирилл пробыл в офисе пару часов, а потом снова сел за руль. Видимо, сегодня нас опять ждут долгие поездки по его экспедиторскому маршруту. Пока ничего такого. Держите дистанцию звука. Алло? У нас как раз звонок, звук проходит. Ты пришла уже, да? Что делаешь? С кем говорит? Слушайте внимательно. Возможно, кто-то в его съемную квартиру приходил. Я сейчас быстренько в магаз метнусь и еду до тебя. Не отставайте. Давай, скоро будет. Похоже, на сегодня работа Кирилла отменяется. У нашего подозреваемого назначена встреча с какой-то дамой. Продолжаем наблюдение. Ведем объект, дистанцию держим. Кирилл заехал в магазин, а потом уже в третий раз за два дня приехал к дому, где живут Олеся и Женя, и где находится его пустующая квартира под аренду. Тихон, признавайся, на тему воды. Прием, он к себе в подъезд заходит, видишь? Да, вижу, дайте квартиру. Там, кстати, никто не приходил? Вещи и обуви не видно, но в ванной шумит вода. В нашей ванной? Да, в этой квартире. Кто-то, кто находится в квартире, все еще не вышел из ванной комнаты. У Кирилла пока есть время достать купленные закуски и бутылку вина. Похоже, наше расследование подходит к финалу. Это женщина. Женщина была в ванной. Им все понятно здесь. Увидели заявительницу. Здравствуйте. Здрасте. Это то, что я думаю? Да. К сожалению, да. Это с библиотекаршей? Вы знаете, нет. Он не ходит в библиотеку, книги берет у приятелей. Он развлекается с девушкой, с которой встречается здесь, в его квартире. Эту женщину зовут Олеся. Она проживает в соседнем подъезде. Чего-то есть. Просто... Подождите, извините. Подумайте. Да, сейчас конечно. Не принимайте никаких скоропалительных решений. Торопиться некуда. Будьте готовы. Вы сможете со мной сходить? Конечно, разумеется. Да? Это просто уже не может так продолжаться. На вашей стороне, конечно, пойдем. Пообщаемся. Группа, внимание, мы идем в подъезд. Принято. Ждем вас на этаже. Откройте дверь в подъезд. Сделано. Можно... Нормально? Да. Мирно она настроена. Парни, аптечку возьмите из автобуса. В квартире вас не ждут.
Проходим, Кирилл, сразу же себя заявим. Кто такие? Программа опасной связи, Кирилл. Кто это? Кирилл, за вами наблюдение. Зачем? Ваше наблюдение за нами. Да чем вы тут попали? Я вас, это ты сюда пришел. Все вы метаетесь отсюда! Я не трогаю, я зачем ты это делал? Свет, я тебе все объясню, только что объяснишь? Я не сказала, убей они! Кирилл, сейчас есть объяснение, объясняй это сейчас. В чем проблема? Уходи, Ты кто такая вообще? Чего вы орете здесь? Вы кто такой вообще? Вы спишь, же может, спишь? Ты поедешь, вы одинокая женщина. Ты не выгонишь? Ты не выгонишь? Сейчас все уйдут, Света, мы останемся с тобой вдвоем. Ты тоже сейчас уйдешь. Олеся, что? Я правильно, корректно ведем себя. Я провожу ее! Или я это сделаю? Олеся, собирайся и уходи. Будьте готовы разделиться. Снимай с работы. Кирилла, снимай режим. Понятно, кто ты? Одевайся, чтоб я тебя больше не видел. Кирилл, отлично отработал. Подожди, Света. Сейчас она уйдет. Ребята, вы тоже собираетесь? Да мы собираемся. Вы не волнуйтесь, за жену будешь быть. А вы что хотели? Чтобы мужик, обманывающий свою женщину, был вам верен? У вас работа, я скажу, ребята. Замечательно, я сам в восторге вообще. Да. Правда, да, чем задержать? Очень. Удачи вам всей жизни. Давай, я не хочу с тобой вообще. Я останемся с тобой наедине, я тебе все объясню. Сумку-то забирать не будете свою? Подавитесь. А, серьезно? Ну, смотрите. Пожалуйста, оставьте нас наедине. Свет. Ладно, давайте мы с ним пообщаемся все-таки. Покиньте, пожалуйста, нашу квартиру. Давайте мы далеко не видим, мы здесь находимся. Спасибо большое, да, спасибо. До свидания. Все, выходите, вам сказали, выходите. Трансляцию дайте на планшет. Все, идите, идите. Да, мы готовы по команде дать картинку. Как это можно было вообще сделать со мной, с Ромой? Ты вообще подумал, как мы будем жить дальше? Ты думаешь, Рома ничего не Парни, понял? Парни, ну, похоже, не тут понимаю. Тяжело, но мирно все. Что делаем? Уйди, блин, просто. Занятно было смотреть на него, как он оказался между двух огней. Он просто смотрит на ситуацию, которую сам и натворил своими руками, и не знает, что мне делать. Будто не предполагала, что вообще возможна такая развязка. Она всегда возможна. Мне даже сказать нечего. Слушай, чудом. Стоп. Принято. Кирилл клялся бросить Олесю и умолял жену о прощении. Ради сына Светлана согласилась дать ему шанс. Супруги Алтыновы вместе ходят к семейному психологу. Сдачей пустующей квартиры теперь занимается Светлана. Дальнейшая судьба Олеси нам неизвестна.